В данный момент вы могли видеть, как я написал слово «видеодоска», однако видеоролик ускорился. Сделал ли я это сам или сделал это видеомонтажер? Нет, ни то и ни другое. Дело в том, что наши программисты днем и ночью стараются разработать искусственный интеллект, который самостоятельно способен уже здесь и сейчас ускорять видеоролик в момент того, как спикер молчит. Кроме того, на наших студиях установлена не одна камера, а две камеры. При желании мы можем устанавливать и три камеры. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы перебивки между кадрами были незаметными. И самое важное, что я не переключаюсь между камерами, все делается автоматически. Наш софт способен автоматически определять, куда смотрит человек, и выводить именно ту камеру, в которую он смотрит. Благодаря программистам данный искусственный интеллект ежедневно улучшается, и уже сейчас способен делать цветокоррекцию автоматически. Потому что вот как выглядит исходный видеоролик. Приобретайте наши доски с сенсорным ПО, взаимодействуйте с ними. Ускоряйте свои видеоролики с помощью нашего искусственного интеллекта. Делайте цветокоррекцию автоматически. Все это доступно уже здесь и сейчас. Для того, чтобы узнать подробности, звоните ниже по телефону или связывайтесь с нашими менеджерами. Приобретайте студии, используйте все доступные возможности. Ну а с вами была компания «Видеодоска». До новых встреч. Всем пока.